Ага, доброе утро, друзья. Сейчас минус 6, а скоро будет после обеда плюс 6. Вот пока такая погода. Сегодня у нас, сегодня у меня вебинар 18 октября. Вот, кстати, о вебинарах. Каждую неделю присоединяйтесь. Их уже было 152. Надеюсь, будет еще 152. Если о чем поговорить. Я не раз говорил, почему я вспомнил сейчас про вот эту яму, которая будет заполнена бытовым мусором и закопана. Вот. Видите, гости поработали, я пиво не пью. Вот. Естественно, что все это окажется под толстым-толстым слоем земли. И навеки, только когда-то, через тысячи лет, родится следующее поколение этих самых археологов, и они будут смотреть, что впили-то в 21 веке. А почему я так грустно говорю? Мы себя убиваем, всю планету, мы превратили ее в помойку. Уж лучше вот так, таких миллион помоек, так, которые закопаются навсегда. И деревья, вот эти вот деревья возьмут отсюда все, что можно. Бытовой мусор 99% это питание деревьев, о чем никто почему-то не догадывается. Ладно, исключили бутылки, их можно собирать, и пластиковую посуду. Все остальное все-таки в яму, в яму, в яму. Вот. А так как этого не случится никогда, я даже призывал президента Путина, чтобы он вместе со своими охранниками взял лопату, выкопал яму и кинул туда, пусть даже с бутылками, но лучше, конечно, бутылок, чтобы не было вообще. Помните, нет? Были времена, когда обменная тара была, выпустили сколько там миллионов бутылок, и все. Вот. То есть вот за этими ямами будущее или в стране не будет вообще. Мы себя похороним в мусоре. Вот сейчас, знаете, как Екатеринбург умирает, видимость ноль. Люди задыхаются в прямом смысле. Им устроили Освенцим. Вот, теперь плавненько переходим от одного к другому. Значит, нет, чтобы закончить эту самую, я скажу грустный анекдот, загадку. Каждые 50 тысяч лет ученые включают андронный коллайдер. Кто умный, тот поймет, о чем лет. Каждые 50 тысяч лет. Вот на этом грустном переходим к более оптимистическому. Что тут рядом? Рядом вот она, уссурийская груша. Посмотрите, висят еще вон под небом десяток. Давайте посмотрим на них ближе. Дело в том, что Мичурин эти груши выписывал вот они падают, тут еще лежит какое-то количество. Это все последнее. Я собираю до единой. Почему? Потому что первый год, за 30 лет я за ней слежу, я знаю, где старые деревья, невероятные, старые, невероятно мощные. Именно в этом году урожай слабый. Почему? Зима достала всех, даже дикарей. Почему здесь вот так вот? А, ну то есть, как по двое вы уже поняли, им цены нету. Но я подчеркиваю, что времена Мичурина, как по двое, они себя не оправдали. Я долго, годами ломал голову, почему у меня прекрасная, мощная груша, рожая десятки ведер с каждого дерева взрослого, а у Мичурина не получилось. И он даже проклял этот способ, а за одним проклял, не проклял, но выразился нелицеприятно именно Агрели, который в 19 веке этот способ пропагандировал. Так уж получилось. Я долго искал ответ, я его нашел. В то время была дикая, страшная, звериная по отношению к деревьям технология. Вот важнейший момент, посмотрите. Итак, я ни одной ветки бы не отрезал, если бы это был просто сад. Но, вы видите, вот здесь детская площадка, вот здесь стоял бассейн. Так, посмотрим сюда. Видите, это детская площадка. А здесь вот эти иголки дикие, страшные, очень острые, торчали со всех сторон. Вот эти ветки доставали даже до площадки, до детской. И тогда я
со слезами на глазах их отпилил. Что получилось взамен? Получили взамен, что я их, естественно, получил приросты. Ну, вот эти приросты без колючек. Вот эти приросты с колючками. Но их нетрудно будет отрезать. Это я успею зимой сделать, когда будет заготовка черенков. Не поверите, вот эти черенки пойдут к вам на прививку. Почему? И найдется всегда несколько человек, самых крутых садоводов из нашей компании, которые будут обязательно вырастят привитые. Это быстрее, чем и семечко. Привьют вот эти дикие веточки, получат урожай через... Не важно на что. Ну, то есть важно, но быстро, через 2-3 года получат первый урожай, и у них будут свои дикие уссурийские груши, уже в качестве семян. Вот. Теперь видите, что такое щадящая обрезка. Да, вот эти ветки я, конечно, уберу. Почему? Потому что колючки все равно опасны для детей. Глаза выколят. А им от 1,5 года до 10. Дальше. Никогда не делаю так называемую обрезку на кольцо. Страшная вещь, придуманная давно, принятая без с доверчивости миллионами садоводов. А теперь представим себе, что, стараясь уничтожить нижние ветки как опасность для глаз детей, я бы вот это все бы подрезал за подлесос с этим, за подлесос со штамбом. Что бы я получил? Я бы получил дерево калеку, или даже вот все эти отрезанные ветки, это может послужить причиной гибели прекрасной. Посмотрите наверх. Ну-ка, дайте бы вам показать, что такое настоящие плоды. Ну-ка, где они тут? А, вот они, вот они, вот. Видите? Ну ладно, посмотрели. Теперь плавно переходим дальше. Значит, поняли, как по двое равных нет. Принимают все сорта культурных груш. В результате получается мощные, прекрасные, вкусные деревья. Так, идем дальше. Вот здесь у меня было 4 неудачных прививки. Посмотрите на них. Вон они, видите, не принимая черешню. Вот это вишня сибирская штамбовая. Ну, сейчас они уже ничего нет. Но есть фотография 2 последних лет. Прекрасный урожай. А нижняя ветка, которая была рядом с прививкой, вот она. Она оказалась получерешневая, какая-то дюк. Посмотрите листики на вишне. Видите, вот они, размер видите, смотрите внимательно. А теперь смотрите сюда. Вот, еще не черешня, вот она, но уже не вишня, осталось дождаться плодоношения, ждем. Вот, смотрим на эти абрикосы. Дальневосточные абрикосы все еще с листьями. Но давайте посмотрим на другое. Найдите мне один. Они уже сыпятся, уже все эти. Они должны быть уже покрыты мхом. Нет, не так. Покрыты грибами, с этими, тлёй, чем угодно. Деревья абсолютно здоровы, только потому, что я не делал ни страшных ран, я не прорежал. Давайте внимательно посмотрим. Мы можем ходить по саду, подходить от одного дерева к другому. Ну, убедились? Убедились? Смотрите внимательно. Вплоть до верхушек. Вот. Никогда не калечьте деревья. Если уж отрезаете, как я, беру черенки на прививку. И даже здесь, посмотрите, какие великолепные. Это суперсорт, один из моих суперсортов. Вот. Значит, посмотрите, какие приросты дала. Вот если отсюда отрезать, а полагается отрезать, а мне желающие иметь толщину сантиметр. И они умудряются при этом прививать лучной капиллировкой, мои ученики. Вот здесь выбирается 1, 2, 3, 4, 5, 6 почек. Вот тут отрезаем и получаем целый метр великолепного с лишним. Но советую использовать ветку только полметра, а верхнюю половину отсюда и выше выбрасывать. Это моя технология. Дальше пойдем. Господи, сколько у меня тем. Смотрите. Кто помнит, весной этого года я делал фильм, и у меня есть фотографии. Первая фотография, значит, примерно так, похоже, рассказываю на словах. Вот там копалась яма вот та,
выгребная, а точнее загребная, так, и рядом лежала куча земли. Она была за несколько секунд, эта земля, наполнена тележкой. Тележка высыпана была здесь, одна единственная, холм получился, так. Саженец был привитый, но выкопанный, вот, заранее, но, как сказать, лежал рядом, так, так. Теперь, кто помнит, тот помнит, остальные потом это увидят, когда еще не один вебинар. И посадка была осуществлена по принципу, выкопана ямка ровно под корни, вставлен саженец, этот, тут же руками загреб, тут же ногами притоптал, тут же полил. Вся эта операция заняла секунд 20-25, начиная с того, что земля была взята оттуда. Ну хорошо, 40 секунд. Вот это вся посадка, результат. А теперь скажите мне, ни разу не полито? Нет, полито только в момент посадки. С тех пор ни разу. Ни разу не полито. Так, вот. Растет себе. И уже выросла вот такая вот. Скажите мне на милость. Нахрена ей были удобрения? Нахрена ей было опрыскивание бесконечное? Профилактическое и прочее? Вот. Ну и результат. Также точно смотрим на листики. Вот. А все-таки пересаженное дерево, оно хоть немножко болеть должно. Нет. А почему? Второй момент. Смотрите. Видите вот это? Видели? Это была обрезка. Обрезка на пересадку, для пересадки. Вот и получилось. Ниже обрезки. Посмотрите, какие мощные пошли ветки. Видите? Вот они, вот они, вот они. Посмотрите, вот. Вот это и есть быстрая, не каторжная работа по пересадке. Все остальное херня. То есть огромная яма, набита удобрением. Причем учат все, там около 10 наименований. Щебенка, этот самый, керамзит, доломитовая мука, торф, перегной. Несколько наименований удобрения. Азотное, фосфорное, калийное, натрий. Вот все это. Я их донести не могу никак, вспомнить все. Все это должно быть в этой яме. Зачем? Чтобы дерево ожирело, а потом, ой, дерево не плодоносит, давай его калечить, тогда будет плодоносить. Вот так вот. Еще один момент разобрали. Так. Смотрим сюда. Вот здесь подсадил эту венгерку. Ну, растет, но венгерки, они сдержанный рост. Ладно, посмотрели на нее. А вот это вот осталось от предыдущего соседа. В 2015 году я купил участок этот от соседа. Это мои, уже росли мои абрикосы. Давали сумасшедший урожай, до 100 грамм плоды, королевские все три. Вот, про это отдельный разговор, да уже был разговор, даже стыдно повторяться. И я хочу сказать, что вот это вот у соседей, видите, шланг? Да, очень удобно, вот здесь сюда свисает шланг. Включил насос, спустил воду побольше, чтобы почище было из колодца, так. И после этого, и уже когда 15 года мы купили, дерево было мертво. Это называется избыточный полив. И вот эти влагозарядковые поливы, которые придумали, это одна из величайших подлостей. Потому что придумали люди, не понимающие ничего, которые скажут так. Например, если вы в пустыне, собрались пересечь ее, так, вы должны, как верблюд, взять, выпить ведро воды. Ага, не получается. А если выпьете, умрете. Так и деревья. Вот оно, умершее дерево. Благодаря соседям, благодаря этим поливам. Ну как поливам? Его не поливали. Просто вода здесь лилась бесконечно, так как постоянно надо было включить насос, спустить воду побольше, чтобы чище было, наполнить ведро. Потом второе, третье. Мало ли, для бани, сами понимаете. Вот так вот. Ну что еще? Вот это дерево сосед убивал долго и упорно, и почти убил. Вот когда я это самое купил этот участок, оно было полноценное, кроме одного, вот этот вот пень уже был. Это его работа. Потом от него погибло пол дерева. Вот это потом еще увеличилось. Было вот этот основной штамм был вот этот. Вот, и он высох. У меня есть фотографии подробно. Пока только с этой дыркой, потом уже с этой дыркой. И теперь она медленно, верно умирает. Почему?
Сюда мороз добрался. Посмотрите, что делается. Но еще раз скажу, когда вы видите вот такие вещи, вот такие вот, никогда не заделывайте, вообще не подходите к дереву. Вы можете взять нож, расковырять, замазать. Только дерево угробите окончательно. Никогда. Смотрите, да, дерево искалечено, да, дерево было, началось с той раны, потом эта рана уже, я выпиливал мертвую. Вот, теперь дерево болеет, вот эти вот морозобоины, вон уже грибы, все равно не подходите, хотя все избито морозом. Не забывайте, что это королевский из Франции, ему по штату полагается быть избитым морозом. А вот эту ветку, вот эту вот, ее отрезал сосед не потому, что была мертва, нет, мешала. Для него это нормально, он не одно дерево. Он так уничтожил три великолепные желтые ранетки. Как он их уничтожил, до сих пор жалею. Какие они давали урожаи, какие они были вкусные. Они по вкусу не уступали крупноплодным. Ну вот смотрим, тут немножко было овощей. Вот это вот жердель с Украины. Вот ей труднее должно быть. Сейчас мы будем искать плохие листья, то есть попозже. Почему? Это Херсонская область. Вот. Я вам не раз показывал жердель 23 бедрами урожая. Она была привита на манжурца. А потом кости с нее взяты, уже чистые жердели. Но гены манжурца, надеюсь, не осталось. Почему? Потому что вот она пересаженная, и прошлогодняя зима была 40-градусная. Вот. Единственное, что чуть-чуть уступает, я же горжусь какими этими. Я показывал, что никаких следов болезни нет на абрикосах. А на этом маленько есть. Он чуть-чуть уступает им по морозостойкости, видите? Вот. А может быть, это уже следы порчи, потому что минус 6. А, видите, оттаял линии. Все, солнышко, вот оно. Вот оно, солнышко. Как только оно пригрело, все оттаяло, видите? На земле еще иней лежит. А здесь уже мокрые листья. Вот, скорее всего, это даже не болезнь, скорее всего, просто пришла пора от мороза портиться листьям. Вот. Ну, что еще показать? Пойдем дальше. Мне самое главное научить вас, точнее, убедить вас, что не надо калечить все деревья. Вот тут будет половина выпилена уже скоро, потому что садил густо. Так, почему? Посмотрите внимательно. Еще раз скажу, чтобы не думали, что это мертвые листья яблони, груш, нет, и абрикосы. Это вьюн. Вначале вырос до самых верхушек, потом во время, когда косили, подрезали вьюну штамбики, и он на дереве умер. Можете подумать, что это больные деревья у меня. Вот, вот так выглядит розмарин. Вот, я уже не раз показывал, так мысленно угощал вас. Сейчас это, остались яблоки, оно довольно позднее, остались яблоки в самом низу. Вон они. Почему? Потому что здесь тень долго вызревали, до сих пор вызревает. Вот так посмотрели. Ну, черенков 10 я вам продам, может быть 20. Вот, супер сорт, вот он. Видите? Вот он. Ну-ка, не пора ли его снять, показать вам поближе. Опа. Нет, крепко держится, никогда не отрывая, чтобы не испортить плодушку. Каждая плодушка – это несколько. Может быть, есть другое такое крупное яблоко. Похвастай. Нет, они уже попадали. Ну, в общем, смысл разговора знаете какой? А вот он, ниже есть. Тоже не хочется отрываться. Смысл разговора такой. Поздний сорт. Плоды это мелочи, они до 500 и больше грамм. Это у меня остатки. Что падали, я собрал. Кстати, сегодня, Елена Александровна Савинич, привет. Сегодня утром отправил вам посылочку с таксистом. В ней лежали уникальные косточки. Будущий академик вырастет их и будут чудеса. Потом там гербарий из листиков, которые вы попросили с абрикосовых листиков собрать. Переложил страницы в книгах. И там несколько скромных. Там немного, не получилось много.
Потому что размер в среднем 300-400 грамм яблок. Много посылка не вошло. Так, зато впечатляет. Ну, в общем, смотрим так. Груши и листики есть и чистенькие, видите? Есть уже чуть-чуть груши, чуть-чуть парша берет свое, чуть-чуть. Но только там, где уже листья начинают портиться от сырости, от позднего времени года. Это нормально. Никогда ни один из этих листиков, никогда, они все равно дадут полноценную почку. Вот это нормально. Для Сибири это вообще сенсация. Изумительнейшая сенсация. Посмотрите на это европейца. Вот. Дар небес. Посмотрите на эти листья. Кстати, надо посмотреть. Ага, через 9 минут закончится съемка. Сама отключится. Посмотрите, дар небес. Казалось бы, что ей делать в Сибири? Но благодаря подвоям, манжурскому абрикосу. У меня здесь тоже есть манжурский абрикос. Хотите, покажу сразу. Забегу немножко вперед. Вот. Видите? Вот он, манжурский абрикос. Он самый мощный. Видите, он непривитый. Вот. Значит, он... я не скажу, что ему совсем хорошо тут... хорошо живется. Понимаете, в чем дело? Я... смеяться будете. Я его тоже использую, веточки с него, с манжурца. И тоже вам продаю. Почему? Сказать? Потому что... они очень ценные. И опять же, для будущих уникальных садоводов, которые по их натер на сливу, на терносливу посадят. Главное, чтобы зацепились только за эту землю. А потом дадут урожай, и вот уже собственные манжурские абрикосики в кармане. Это очень важно. Возвращаюсь сюда. Вот. Смотрите, с этой стороны показывают дар небес. Ну, конечно, листики чуть-чуть уже не те, как я вам хвастался, показывал на дальневосточных абрикосах, а вот уже с пятнышками. Но, еще раз говорю, это осень, а это Европа. Может, они чуть-чуть по морозилке вступают, но, извините, минус 6, сколько листья должны терпеть. И что касается скелета образования. Посмотрите, он состоит ровно из двух половинок. Видите? Вот так как было привито мною, внимание, мною было привито две почки. Вот две почки и пошли. Я им что, мешаю? Я что, одну обязан отрезать был? Зачем? Чтобы у меня сейчас было пол дерева вместо дерева. Вот. А сорт великолепный. Дар небес. Одно название чего стоит. Одно название, слюнки текут. Вот, по-моему, от свирена. На Волге был такой свирен, он умер. Жалко невероятно, уникальнейший садовод. И как мы мало знаем таких, я его практически не знаю. Обменялись черенками и все. Вот. И 99%, что это дар небес, это второе поколение. Первое поколение на той стороне. А мой же принцип, каждое следующее поколение, при том, что по двое всегда одни и те же одни и те же манжурские абрикосы, она должна дать максимальную приспособляемость и даже улучшение качества плодов, в том числе и крупности. Но это ладно. А еще хотел сказать другое. Значит, на манжурцах, к манжурцам можно приучить что угодно. Вот. Есть же королевский, я вам показывал перед этим, с Франции. Вот вам. Причем это, по-моему, отечественный сорт. У него есть авторы обе с русскими фамилиями. Жаль, не могу вспомнить. Вот. А то, что я вспомнил Свирина, вы понимаете, своих я вроде бы всех рассказал. 6-7 человек уникальных садоводов составили феноменальный феномен саяногорского садоводства. Наука не знала, знать не хочет. Это при том, что кругом научные учреждения и нет ничего близкого. Это как наши ребята, ну я вторая волна, первой волны, уже Мерседесы выпускали. Мы, вторая волна, уже Лексусы выпускаем. Они запорожцы все гонят и гонят. Я ездил на запорожцы. Могу сравнить с этим, с Мерседесом. Хотя на Мерседесе я не ездил, но доказываю, что Мерседес покруче запорожца. Вот такая разница между нами и наукой. А догонять не хотят. А косточки сейчас
все равно когда-то, сколько я их уже раздал. А наука не надо. Единственный Ваулин Александр Юрьевич, Челябинский университет, Мясский институт, доктор наук. Вот. Вот он добился успеха с моими косточками. Гигантского, невероятного. Это сенсация. Но опять же, даже, ну, молодец, сказали ему. И все. Уже бы должны были вручать этим самым, когда он получил результат, уже государственные премии должны были ему вручать. Ну и там скромно моя вторая фамилия. Но он, правда, моей бы не было. Он все время забывает, там, чья технология и чьи были эти сеянцы. Но это ладно. Я лишний раз напомнил, потому что я ему еще после этого еще выслал 1000 косточек. И сенсация будет еще больше. И боюсь, что так про меня это ученый мир и не узнает. Вот. Так. Ладно. Посмотрим дальше. А в общем-то смотреть уже, наверное, поздно. Прошло 26 минут. Еще 2 минуты отключится. Отключится. Ну, там и в том углу я был. Показывал вам. Вчера я собрал последние яблоки. Как колонн. Так, вот, сигаталинские абрикосы, посаженные косточками в 15-м году, стали вот такими. Как-то тут Елена Александровна Савинич, она девушка не малорослая, довольно рослая. Тут было три ее роста, я фотографировал, сейчас, наверное, уже и 4 ее роста. Да, вот такие мы это, молодцы. Вопрос будет задан мне на этом самом, на вебинаре, вот как пересаженные относятся, как вы, ну, пересаженные сравнение с выращиванием на месте. Сравнение такое. Вот эти я вам сейчас показал, 4 человеческих роста. А вот эти его же товарищи, они были, вот они вот такие. Они были вместе посажены, то есть выращены. А потом я однолетними соседу их вон они, сейчас, вот они. Это соседу я подарил, 5 штук. Отстали, ну, по объему кроны раза в 4 меньше. Вот, вот так они отстают, но выглядят совершенно здоровыми. Это те же самые сеянцы Сахатолинских гор. Вот, ну, еще пару минут осталось, Пожалуйста, умоляю, не выгребайте никогда листья, никогда. Самое ценное в саду, это вот эти листья. Вот они. Я в который раз говорю, потому что идет злобная агитация. Сейчас, да что вы там это, там зимуют вредные насекомые. Да отстаньте вы с этими насекомыми. Вот, абсолютно здоровые деревья. Абсолютно. Понимаете, что мне ваши насекомые? Смотрите сюда. Где их работа, а? Да только потому, что я этим деревьям не подходил, не калечил. А когда искалечите, тогда они болеют, и на них нападают насекомые. Вот эти листья – это главная ценность. Это плодородие. Лист вот этот будет, упадет. Потом он будет переработан и вернется в эти самые же. О, Господи, высота-то какая, ужас. И вернется опять в те листья. Листья эти станут удобрением для дерева. И снова листья станут. Вот этот круговорот. И он, все, что придумано, в плане вычищения листьев, это обречение деревьев на голод, а потом хочешь не хочешь корми. А зачем он на себя самого прокормит? Вы им нахрен не нужны. Понятно? Вот. Ну ладно. Ну, чтобы под конец скажу, такая грустная шутка. У меня друг бурят был. Вот. И он подходит ко мне, хлопает по плечу, говорит: Константинович, ты знаешь, как по... Вот, я ини показываю, видите? Еще минус. Вот. Как будет... Он меня спрашивает. Отгадай загадку. Я говорю, какую? Как будет по-бурятски мороз? Я говорю, не знаю. Он говорит, холодно, блядь. Все, пока, друзья. Ой, елки-палки. Ой, ё-моё. Ну, до сих пор не упало. Давайте расстанемся, глядя вот на это чудо. Вот на это вот. Ну, это скромно, где-то грамм 350.